Я GBU Кто экспериментирую. куда? GBU экспериментатор. А я что-то достану, не знаю куда я. Я в вертушке вам. Увилон, ты туда едешь, летишь или что? Я лечу туда, насел, ну, на всяких этих пантерах или как, хуй знает. На плохих вертолетах, которые User всех joined your обижать channel. будут. А Перешли и пантерку. меня не взяли. Не знаю, ты сам уже взрослый мальчик, можешь сам переходить дорожку. Давай я, наверное, возьму вертушки подешевле, Что-нибудь со мной направо американские, пойдет? чтоб ты не И я сливал в по принципе 70 тоже прав. кельтики. Что ты? А, ты хочешь эти взять? Да. Да ладно, эти американские не особо дешевле. Ну, вообще-то 40 копеек, а те 70. Я ж правильно А, эти помню? так они летят медленно, нахуй они нужны. А там особо нам недалеко лететь, нам быстро и не надо. Нет, вэшки прилетят быстрее, расхерачат вашу высадку. Да вышки Нигде они не всех докажут. расхерачат, пофигу. Ну ладно, я, К короче, черту взял. подробности. Да, к черту подробности. Вообще он взял по ошибке не ту немножко деку, какую хотел. Вместо европейцев взял Норд. Зато у меня есть адацы. Все под это подводил. Вы фобот поставьте, мы откуда будем питаться? Ни хрена, где мы? Мы-то, конечно, стрелять не будем со старта. Правда? Мы ж не такие. Но на нас полетело зато. Ей-ей-ей, обмен Очень какашками. много летит. Ой-ой-ой, как упадет сейчас куда-то. Да. Ага. Да, они лохи еще не что? знают, куда У них стрелять. что, атаман есть? Атаман есть всегда, просто его не всегда видно. Я думаю, в каждом красном вообще должен жить атаман. Ну, в хорошем смысле слова. Вавилон, не останавливай газели! Акул не пугайте. Я попробую хлопнуть. Может, повезет. Что у них за налет, блядь? Я ЦВшку убери, пожалуйста. Зона боевых действий. Нет, акула уйдет точно. И 52-ка ушла. Ёб твою мать. Кассетами прилетел. Патриоты направо отправил. Фокус, давай справа быстрее двигаемся. ЦВшка на Чарли нужна, у нас Не, нет на не могу Чарли же я быстрее ЦВшки. быстрого двигаться. Можешь? Сейчас поставлю на Чарли. 27 м. Блин, рандом еще стреляет прямо от базы. Молодец.
Ну хотя два фобу взял. Редкое событие. Можно кассетки как-то эту какулу убрать? Слева? Какую? Не, справа. Давай справа попробуем. Нельзя. А чем тебе мешает? А на чё? Не, почему? Ну 52-ку в смысле, не акулу, да? Ну да, 52. Не, давай, это слева он двигает, мешает, да. А справа посмотрим. Увидит, да. Хотя это, по-моему, тоже его. Это его же. А, нет, не его же. Гоню. Хотя попробую драконом сейчас. Не-не, я уже пальнул. Ушки. Не стреляй. Что туда стою. Не, походу он не заметил. Сейчас по бушке. Вот ляпну. Сюда кассет. Все, упало 52. Пошел справа нападай. Справа не нападай пока. Патриот. Так я не нападаю. Ой, под... Атакам, ты по с которой... какой, по левой или по правой тирам? Я по метке. Сейчас нам еще что-нибудь выбьют из ненужного. Ланс, например. Че, там не видели? Убил бушку, нет? Походу убил. Убил. Там вторая сейчас еще, наверное, сдохнет. Ну и замечательно. Нас по центру пятый. Нет. А, вижу, вижу, вижу. Есть. Вот я тебя потерял, мне скучно. Скучно ему. Убей эту 52-ку, убей. Давай, пуфик. Перезарядка у тебя, пуфик, перезарядка. Ох, блять, кассеты. Блин, гусеницу просрал, ну елки-палки. Стандартная ситуация. Разведка по метке справа от центра. И похерачат по ЦВшке у нас на точке Чарли. Да блин. Хе-хе. 1.31 упал. БУшку забрал. На дельте. Говнотанки. Говно танки. Господи, что мы будем делать? Сливаем. А в группу не хочу есть Т-3-4-85. Да, ты же имба же такая. Я отступаю, чиниться. Слегка. Что, испугался ты 55-х? Ахтунг, ахтунг. Да, БУшку заложил. Народ, справа пропустили кого-то. Ну, я ничего не могу сделать. Можешь, иначе тебя же и грохнут. А еще хуже, если меня. Что, БТРка 60-я? Ну, у меня вот, например, там Чапаралька едет, она ничего ей не сделает. Блин, у нас теперь 3 CV-шки на Чарли. Сейчас у Виломовской лопнет и свою поставлю.
Я решил помувить танки. Так, у меня разведка кончилась. Скупико, скупико-то. О, там еще была ушка. А, вот. Ничего себе. Пушку в город забрали. Да, Чапараль, мажем 4 ракеты подряд. Ёб твою мать, ну что мне убивать эту? Ладно. Фига себе, там, блин, какая-то батарея целая, блин. Так, пантер-гренадеров убил. Потом их сейчас пиздили и дадут. Ой, блядь, у меня техника идет через левую базу. Чё и не идёт, а через правую? Игротская система. Мне снабжение вертолетное направо. И денег. Много-много денег. Угу. Желательно в долларах. Там у нас рандом слева 2.5 проебывает бортом. Ну, на то на рандом. Его учили этому. У нас ПВО слева нихера. А, мой вертолет. За что? Я, кстати, своим также поплатился. Я думал, что там нет у них ПВО. Ломанулся на минометы. А у них там есть. Габен, за что? Ну, танком вынесите, у вас же танки. Пристрели эту стрелу своим же танком. Да я не достану. Да ты подъедь и достанешь, верь в себя. Верить в твою веру в меня? Угу. Ух ты, Ил-102. Угу, казалось бы, да.
А, нет, ну почему я? Почему он, а не я? Че, не достал? Сырого. Не достал, еще и гепарда убили. Вот ты лоха. Не ожидал, что такое. Они убили гепарда, убили твои патриоты. Мои патриоты целые. Ну вот, целились как раз по ним. А, ну вот, понятно. Блять, теперь еще кассетами второй гепард убьют. Ну за что, Габен? Остановись. Пиздец, гепардов вообще нет. ПВО ноль. Ну у меня там есть две чупаральки. А, хули толку мне от них, если ты их двигать не будешь со мной синхронно. Это другой вопрос, да. Блять, еще кассет. Теперь по фокусу карта пошла. Включай, а нет, не надо включать патриот. Все бывает, куда, откуда я стрелял. Стрелял я отсюда. Сейчас сюда прилетит. Ох, спасибо. Ну, потому что иначе я никак ее бы не захватил. В смысле? У меня выключен радар, я сейчас на него смотрел. А чё за глюк такой? У меня выключен радар. Добро пожаловать в аркейд. Не, серьезно, вот на видео можешь потом посмотреть. Я и кнопочку нажимал, и визуально было видно, что он выключен. Почему он, игра посчитала, что я со включенным радаром? Лаги, может. Ну хотя бы я ему отомстил, ладно. И кашкой. Ну один противорадарных мы дракона забрали. И такие уж они плохие. Нам-то от этого не лучше. У нас там, кстати, пытаются даже с альфа выдавить. Там бы паровоз налево убить это говно. Ух ты, красиво бушка ушла. От одного птура. Да? Нет, 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 хорошо, что не успел пальнуть. Ох, блять, что делает этот ёбаный леопард? Як, ну, уходи отсюда. Не стреляет Фоба. Вот тут разведка радарная, артой бы ударить. БРДМ-ка раскидал мой леопард. Арта, блядь. Да ёб твою мать, не попадай по БРДМ-ке. Блин, командир на разведтанке Ван Дам. Ща победим.
О, господи. Ёб твою мать, дуры. Раш какой пошёл. Они говнотанками, да, еще пошли в пинанас. А самое смешное, у нас танков там нету. Ой, господи, что ж этот развед леопард такой косой? Сколько у него там? 70%? 65 статные, да. 65, и он третий раз мажет по Т-55. Но по нему тоже не попадают, аллилуйя, ладно. Попал. Ну, блин, ну Т-55 там точно 40 уптура вообще, или еще ниже. И тут вообще без ПВО. Они реально неадекватны. Такие же, как и мы. Угу. Я там, кстати, цвёшку причем поставил на фокстрот. По-моему, они слишком буквально воспринимают фразу, что мотострелки почти топовый танк. Ой, арта, бесконечная арта. Так, надо накапливаться и рашить нельтопаты. Ну да. Кажется, я догадываюсь, что это были танки. А стрела там жива еще, которая была в тех краях? Да, живая. По-моему, ну, да. Я тогда отступлю. Здесь ловушка стоит. Нет, радарник. Там... Да. Ну, в этот раз, видишь, он не увидел меня. Хе-хе-хе, вот. За моего брата. И чтоб ты не возвращался на этот север. Ребята, если вот, вот туда же вот где этот, ну, наверное, он здесь, да. Я могу начать атаковать уже. Ну, мне чего? Умов нету. Атаковать нету. Собрался. Выиграешь, что ли, хочешь? Блин, ну почему бы нет? Дерзкий, что ли? Ты с какого района? Отпал лайк, наверное, пришел. Нет, давай. Радар умеешь выключать. Аутируй чуток и что? У нас без этого никак, да. Вон, или жди, пока не сами все выйдут. Так победим. Да. Кстати, а у нас хорошо, вот смотри, долбанули по этому хобу. Почти вынесли. Тот молодец со своим лансом. Да, на базе. В кустах. А, ну так кто-то там... у нас поставил хоб в лес. Да, я думаю, они вроде отомстили по нему. А, это рандомчик наш. Давай, давай, атакуй, как раз под мой марш попадешь. В смысле, хоть наш? Очков, они там все вроде рандомчики наши. Так, столько времени прошло. Радарник бы направо, если есть такого. Споки, у меня зря вроде ты должен пошел. Быть. Да, есть. Сейчас. Только его прихлопнуть истребителем, а так, конечно, ничего. Вот здесь дохера чего убил. Споки, ты зачем аж кошку спустил? Он не понимает русский язык, успокойтесь уже. Сдолбали. Он китаец. Мне похуй, сидит в ТС, значит понимает. Ты учи русский, да? Нормально все получилось, что ты? Двигай ЦВшку на их базу. Да, ща. Move UCV, move UCV. И сейчас по тебе еще кассеты прилетят. Почти. Бля. В целом нельзя с тобой не согласиться. Ситуация действительно критическая. Вылетел на гвоздик. Меня раздражает. Вообще на меня бить. А 8 марта такой вообще и цены дерзкие. Жить невозможно. Ну бля, я ж на неё уже вылить.
Что вы за люди? Что, последний надо целушку, я думаю, на этой базе, но там все зачистили же. Сейчас посмотрим. Не последний. Не, в смысле, что на этой базе последний. Не вы где-то там. А, на левой, возможно. Не, на левой там вроде все белое. Вряд ли они прячут. Я уж на это надеюсь. Вот. Да? Шла. В очевидном месте была, да. Ей, общий синий танк тащит. Вот этот вот мо-мо-мо-мо-мо, 0 на 335, что-то как-то так себе.